Я хочу передати слово Володимиру Олексійовичу, керівник Криворізького офісу агентства індустріального маркетингу. Він розкаже про потенціал імпортозаміщення на даний момент для українських підприємств. Так само розкажуть про нові експортні можливості, які відкривають, які необхідно знати, які необхідно знати промисловим підприємствам України. Будь ласка. Так, оцінка потенціалу імпортозаміщення і експорту для производителя, розробка програми дійсно. Вначале ми робимо такий краткий аналіз бізнес-среди по состоянию на начало года. Вот здесь вот приведены макроэкономические показатели за период с 90 по 2008 год. Здесь три кривые. Это внутренний валовый продукт, коричневая кривая, промышленное производство, красное, и инвестиции в основной капитал. Ну, видно, что как только промышленность у нас начала работать хуже 90-х годов, то сразу же через это начал снижаться и внутренний валовый продукт. В этот период у нас резко начали сокращаться инвестиции в основной капитал. И мы видим, что мы уже кризис переживали. 1997-2000. Ну, сейчас мы переживаем, вот каким-то символизируем, что на что. И чего же ожидать нам в ближайшее время? Вот здесь есть как бы оценка продолжительности кризиса финансистской системы. Видно, что по экспертным оценкам мы на кризисе еще не достигли. Это конец года ожидается дно кризиса, и после этого начнется у нас тон. Интересно как бы проанализировать основные факторы, которые повлияли на кризис. Внутренние факторы — это слабость банковской системы, зависимость от внешней конъюнктуры, рост тарифов на услуги естественных монополий и коммунальные услуги. И еще у нас есть украинское ноу-хау, это политическая нестабильность. Все это за собой влечет отрицательные последствия. Это высокий уровень неопределенности, рост безработицы, инфляция, снижение потребительской и инвестиционной активности, падение производства. Но этому всему предшествовали внешние факторы. Это снижение банковской ликвидности, имеется в виду мировой, снижение экономической активности развитых стран и, как следствие, снижение спроса на экспорт. И производные факторы. Основных. Это отток иностранного капитала из Украины, отток собственного капитала, снижение ликвидности в экономике, девальвация гривны, пассивное ожидание. И следующий блок – это уменьшение притока валюты в страну, снижение поступлений в бюджет, уменьшение монетарных возможностей государства, кризис платежей, рост банковских ставок и снижение импорта. Но кроме отрицательных последствий ожидаются и положительные последствия в долгосрочном периоде. Это развитие импортозамещения. Второе – это развитие производств с высокой добавленной стоимостью. И следующее, что ожидает нас, это разработка и внедрение энергосбережающих технологий, оздоровление банковской системы, строительство, недвижимости. Далее мы более подробно остановимся на таких двух пунктах. Развитие импортозамещения и развитие производства высокой добавленной стоимости. То есть нам надо ветер, который шторм, паруса, чтобы двигались в нужном направлении. Вот здесь на инстаграме показана структура импорта-экспорта в 2007 году. Значит, слева объемы импорта, справа объемы экспорта. Ну, как видно, что основные потоки валюты у нас приходили за экспорта черных металлов. А больше всего мы тратили на что? На энергоносители. Как только у нас приток
как экспорт уменьшился, у нас, естественно, уменьшился поток валюты в страну. Значит, что предлагается? Развивать производство продукции с высокой добавленной стоимостью. То есть не металлы черные экспортировать, а уже более высокие переделки. Следующий момент – это снижение энергоемкости наших производств. И теперь рассмотрим несколько совершенно конкретных примеров, как это выглядит по импорту замещения. Есть рынок фитингов из углеродистых стали. Ну, фитинги все представляют, что это такое, каждый дома там есть там, тройники, там, уголки, всевозможные. На Украине производилось в 2007 году 4100 тонн фитингов из черных металлов. Есть там 4 основных завода. При этом 960 тонн этих изделий экспортировалось в Россию, Польшу и другие страны. В то же время примерно такие же фитинги в объеме 1860 тонн поставлялись в Украину. Из той же России, из Польши и из других стран. Емкость рынка примерно, украинского рынка, примерно 5000 тонн. Ну и как бы мы работали с одним предприятием, которое украинское, которое было ориентировано на экспорт. И когда начался кризис, оно пострадало в первую очередь, больше всех. А рынки внутренние были уже потеряны, заняты другими предприятиями. Следующий пример. Рынок кранов на автомобильном шасси. У нас есть основной производитель на Украине, это Дорогойский автокрановый завод, который закупает как бы шасси МАЗа, КамАЗа. И на них монтируют автокран. Объем производства этого, в Украине автокранов 812 штук. При этом экспортировалось 260 штук в Россию, в Беларусь, Казахстан. И примерно такое же количество импортировалось в Украину. Емкость рынка по состоянию на 2007 год 828 штук автокранов. Ну, естественно, надо понимать, что не все автокраны имеют одинаковые технические характеристики, поэтому надо как бы сделать детальный анализ по техническим характеристикам и посмотреть, действительно ли наши автокраны могут заменить заводы. Так вот анализ, который мы провели, показал, что в 85% случаев технические характеристики импортированных и экспортированных автокранов практически идентичны. Хотя мы нашли и слабые